Вас и вашу дочку хотим поздравить с наступающим 8 марта. С Международным женским днем. Спасибо большое. От души. Это для мамы подарок, да, а это для малышки подарок. Держи. Международный женский день для Олеси Гришины начался чуть раньше обычного. Супругу сотрудника внутренних дел, который сейчас находится в служебной командировке, с праздником поздравили представители Общественного совета при МВД России по Ленинскому городскому округу. Ее мечтой было получить в подарок набор антипригарных сковородок. Желание осуществилось. Очень приятно, неожиданно, трогательно. Спасибо, что сотрудники полиции нашего города не забыли нас. Акция «8 марта в каждый дом» была инициирована сотрудниками управления внутренних дел. Идею с радостью подхватили члены общественного совета. Общественный совет при управлении внутренних дел нашим в преддверии Международного женского дня 8 марта проявили инициативу и провели, я считаю, хорошую, может даже акцию, ее нельзя называть, это просто нормальное, хорошее поздравление от общественного совета при УВД Ленинского городского округа. Хочется поздравить всех женщин, чтобы они всегда были любимы и любили. И, конечно, в этот пандемийный год, чтобы все были здоровы. Анна Николаева в полиции трудится с 79-го года. Все время в штабе Ленинского УМВД. Выйдя на пенсию, так и не смогла проститься с любимым коллективом. Сегодня женщина – инспектор по поручениям. Мне, конечно, дорог этот наш отдел, управление наше. Я привыкла к сотрудникам, очень люблю сотрудников. У нас замечательное руководство. И уже много поменялось людей в моей службе. И все были очень хорошие. Коллеги Анну Николаеву ценят, а руководство уважает. В этот день женщина вернулась домой с новой, современной микроволновкой. От души вам здоровья, еще раз здоровья. Вот. Вы всегда в форме. Вот. И надеюсь, так будет дальше. С вами очень приятно и легко работать. Спасибо вам. Слова поздравления, подарок и цветы получила еще одна участница акции. Супруга погибшего при исполнении служебного задания сотрудника правоохранительных органов Тамара Щучкина. Конечно, я очень рада, что помогают всегда. Всегда, если что-то нужно, всегда отзовутся, помогут. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ирина Кошелева. Видное ТВ.